пришли на фруктово-овощной рынок. Первый раз мы, кстати, на такой рынок пришли. Обычно всегда вещевой. Сколько зелени. Это просто горы зелени. Ты будешь спереди? Нет, я здесь. Парям, конечно. Жесть, вы просто посмотрите, сколько здесь народу. И это все фрукты, овощи. Перцы. Всякое разное. Цветы. Значит, не только фруктовые, еще и цветы. Мандарины. Ну, это типа авокадики, как я понимаю, мелкие. По 1 лире. Мандарины. 10 лир за килограмм. Где у меня Лидия Александровна? На, вон я ее увидел, она вперед ушла. 30 лир. Дыни. Тыква. Как же много всего. Зелень, капуста разная. Там рыбный отдел. Оливки, маслины, прям бедрами стоят. Подвяленные какие-то, не подвяленные. Разные. Чучхелу. Дыни, арбузы опять пошли. Может, маленький взять? Нет, ну нам попробуй. Взять-то надо все равно небольшой. 10 лир арбуз. Это 40 рублей килограмм.